Подозрительную находку обнаружил мужчина с помощью металлоискателя в лесополосе недалеко от трассы Димитровград-Тольятти. На контейнерах был значок «Радиационная опасность». Для оцепления вызвали городскую полицию. К месту ЧП приехали также специалисты ГНЦНР и УФСБ. На месте были обнаружены 28 радиоизотопных дымовых пожарных извещателя, которые ранее очень широко использовались на объектах промышленности. Данные приборы серьезной опасности не представляют, как нам заверили специалисты, так и угрозу для здоровья может быть вызвать только при длительном нахождении непосредственной близости. В этих датчиках дыма используют радиоактивный изотоп плутония. С производства они сняты уже давно, да и земле пролежали как минимум 5 лет. Измеренные значения мощности дозы гамма-излучения показали, что вплотную к этим предметам радиационный фон составлял 400 микрорентген в час. На расстоянии 1 метр 100 микрорентген в час, на расстоянии 2 метра 12-14 микрорентген в час, что соответствует фоновым значениям. Приборы взяты на временное хранение в ГНЦНР, а следствию сейчас предстоит установить, кому принадлежат опасные приборы. За нарушение правил обращения экологически опасных веществ, в том числе радиоактивных, можно лишиться свободы на срок до 2 лет. Арина Макарова, Евгений Ерофеев. Новости Димитровграда.